Санкт-Петербург, институт благородных девиц. Смольный, слушай. А, Серег, привет. Удобно говорить? Привет, дорогой. Ну, в общем-то, да, удобно, наверное, да, удобно. Слушай, помнишь, прямой эфир был на радио? Еще приходила Марина Шевченко, Аня Кукушкина. Ну, помню. Так что, оказывается, тот самый прямой эфир, в котором мы злостно нарушили закон о защите детей. Не понял, что мы сделали? Злостно нарушили закон о защите детей. Каких детей? Детей старше 3 лет, потому что мы об этом сказали в прямом эфире. Ну мы же сказали. Так в том и проблема, что мы сказали. Оказывается, нужно было не говорить, либо сказать для детей старше 0 лет, либо старше 6 лет, либо старше 12 лет. Да ладно! Штраф теперь грозит за административное правонарушение. Линия абляции. Слушай, они бы еще это, к этому, к прогнозу погоды возрастное ограничение припендюрили. Не поверишь, в начале выпуска прогноза погоды нужно говорить для какой аудитории. Хе-хе, ты шутишь что ли? Нет, серьезно, для аудитории 12+. А что может смутить 11-летних? Это что, я не знаю, относительная влажность воздуха что ли? Если сказать, что для детей старше 12 лет, тогда ни один ребенок не пострадает. Ой, боже мой. Ладно, завтра тогда на работе обсудим, да? Да. Давай, пока. Ноль плюс. Старше 6 лет. Взрослым. Я буду взрослым осознанием. Да, бабушка, а вот ты точно круче. Плохо бегемоту, он, наверное, переел вечером травы с вареньем и разлегся на мосту. Тормозит собой движение. Бегемот, бегемот, ты объелся жутко. У тебя большой живот, толстенькая шкурка. Белки скоро опоздают на свою работу. Ну что сделать на мосту? Плохо бегемоту. В общем, белкам предстоит выговор с работы. Рассердились они сильно из-за бегемота. Но случаются порой вот такие штуки. Только ты не унывай, не опускай руки. Вообще, почему я этот курс, кстати, начала?
Я вот замечаю, что чем больше человек уверен в словах, в голосе, тем лучше общение он производит. То есть даже когда я иду куда-то, я не знаю людей, я, может быть, даже как-то непрезентабельно выгляжу, да, в каких-нибудь кроссовках, в куртке, но стоит мне открыть рот, и я уверена просто в своем голосе, я знаю, что я могу грамотно, красиво, убедительно изъясняться, и я уверена в себе тем самым. В непрерывном потоке движений, обретая забытый баланс, продолжая до изнеможения, до забвения, до выхода в транс, вопреки всем законам и скриптам, до последнего взлета воржи, то ли сном становясь, то ли ритмом, продолжай танцевать, то есть старше, это вот как бы такое понятие, что ты свободен, что ты очень много чего можешь, то есть ты уже такой, у тебя есть деньги, ты можешь зарабатывать. С какого-то периода, вот в отношении с родителями, ты начинаешь чувствовать то, что не они за тебя ответственны, а то, что ты за них ответственен. В определенный момент, там, мне исполнилось 25, так, я уже должен скоро завести семью, иметь свою квартиру, там, машину, все дела. А с другой стороны, от других шаблонов человек избавляется. То есть уже ты особо запариваешься, кто тебе что подумает. Да, ты можешь одеться как-то там, как по настроению, а не то, что соответствует обязательно твоему дресс-коду в том же университете. Ну да, на самом деле, ну вот даже взять, да, я работаю там с 13, с 14 лет, и кажется, что вот, я взрослая, а с другой стороны, я все равно не могу оставить своих родителей, да, я все равно всегда в семье. С одной стороны, должна быть своя ответственность, своя жизнь, а с другой стороны, нет, я тут рядом с мамой. В свои 17 лет я сейчас живу один. То есть я полтора месяца как, я живу один. И я вам скажу, с родителями было круче. Сам себе еду приготовить, купить все это, еще надо собаке что-то пожрать. Вот, поэтому, ну, на самом деле, для меня взросление это что-то слишком резко стало, поэтому я не понимаю. Неважно, кто у власти, воры, жули крупной масти, пацифист, либо красный, или фашист несчастный. Если ты не прошел кастинг, побывал в лучшей пасти, танцуй, забудь про гадости, лови свои частицы радости. Сливайся, музыка, единая цель. Я продлеваю число годам. Танцуй. Ведь настроение так главный идеал. Не оглядываясь по сторонам. Танцуй. Сливайся, музыка, единая цель. Я продлеваю число годам. Танцуй. Ведь настроение так главный идеал. Не оглядываясь по сторонам. Танцуй. Сливайся, музыка, единая цель. Я продлеваю число годам. Танцуй. Ведь настроение. Электричество в небе.
всем нужна. Маша слышит машину и поют провода. Оплати проезд, в салоне не сгори. Счастье есть у каждого внутри. Небо так не плачет, небо просто любит воду. Не касайся корпуса в дождливую погоду. Оплати проезд, в салоне не сори. Счастье есть у каждого внутри. Небо так не плачет, небо просто любит воду. Не касайся корпуса. Электричество в небе раскололось, как лед. Маша водит троллейбус, ток машину везет. Электричество в небе. Здравствуйте. Добрый вечер. Чем изволите? Покрепче, послабже, безалкогольно, что ли? Покрепче. Что за повод? Да как-то все достало. Совсем все? Бывают такие поводы к вам? Ну да, с такими поводами нам часто заходят. Только к вам и идут, да. Бокальчик, винишечка для настроения. Погода сегодня хмурая, да. Настроение у вас, смотрю, не веселое, красненькое. Вы какое любите, сухое, полусладкое? Да я люблю, раньше я любил портвейн Макдаун. У нас есть два варианта неплохих португальских, даже три, розовые еще есть. Три года, четыре года выдержки. Агдама, конечно, нет. Да. Нет, Агдама нет, простите. Всего доброго. А чем четырехлетний от трехлетнего отличается? Так одним годом буквально. Слушай, Серж, я тебе хочу историю рассказать из моего детства. Про возраст. Отчасти связанного. Так вот, в детстве у тебя же наверняка тоже были друзья детства. Конечно. Ну, у меня до сих пор есть. У меня два, и слава богу, живы-здоровы. Жил я далеко-далеко, за 3-9 земель. Вот, маленький такой городишко, осень, октябрь. Ну и мы с друзьями, маленькие еще совсем, вот такие вот. Вот, играем в наши детские игры. Салки, догонялки, казаки-разбойники. Ты-то молодой, застал эти ну, игры? Ну да, в школе бегали. Чуть-чуть, да? Бегали чуть-чуть немножко, да. А играли, кстати, по-честному. Соблюдали правила вот по чесноку. Понимаешь, да? Это нужно было один водящий. Он должен был догнать всех желательно, да? Потом даже, как это же называлось-то? Засалить, что ли? Засалить, наверное. Засалить, можно так сказать. Да, вот да, засалить. Да. И у нас, не знаю, как в ваших правилах, а вот в наших правилах было, что человек должен был замереть, вот как он его засалили, да? Вот, и не двигаться. А уже поздно, вечер, темно, холодно, неприятно. Но все по-честному играли, знаешь, вот как вот тебя засалили, и ты все замер. И, значит, меня засалили. И я стою, а чувствую, стал на луже. Она подзамерзла, тоненький такой ледок, да. И чувствую, я начинаю проваливаться уже. Проваливаюсь, ботиночки дырявенькие. Там жижа, грязь какая-то, противно так. Вода начинает забираться, заливаться в эти самые ботики, там эти войлочные еще, блин, промокают. Вот. И я, чтобы не потерять равновесие, я же должен сохранить позу-то, я должен сохранить эту. Я, значит, цепляюсь за заборчик, который спереди, чтобы не упасть. И вот стою в такой позе. Сейчас тебе покажу, в какой позе. Я в такой позе стою, смотри. Ну, примерно так. И тут слышу голос. Это что такое? Я знаю твоих родителей. А я пошевелиться не могу. Ну, по-честному же играю. Я даже голову не могу повернуть. Вот. Я это все дело выслушал. Тетку эту вспомнил. Она где-то там в администрации у нас в районной работает. В общем, она меня, ну, так вот, по большому счету, почти обматерила, не используя этих жестких выражений.
Вот, сказала, что доложит всем, директору школы, моим родителям расскажет, чем я занимаюсь. И ушла, блин. Вот. А я стою, жду, когда меня расколдуют. А что она, кстати, на вас орала-то? Да. А дело в том, что за этим заборчиком, где-то в 100 метрах, было отделение женской бани. И окна там были краской замазаны, и снегом уже запорошены. Вот. И я понятия не имел, что там эта женская баня. Вот я рос. Рос. Курчавил. И волосатый был такой. Я тоже, да? Тоже курчавил, да. Тебе тоже были, да? Тоже рос, потом рос. Давай за твои волосы. За ваши будущие, да. Я, может, тоже цыганом стану, черно. А ничего не изменилось, понимаешь? Вот, а ничего не поменяется? Понимаешь, обязательно. Ты играешь, честно смотри, по правилам, да? Ведешь себя порядочно. Угу. Вот. И обязательно найдется какая-нибудь тетка в кремплении или дядька в каракуле, который будет указывать, какой ты гад, какой ты и будет долбонить и стоять над тобой, и тыкать в тебя. А ты не будешь понимать, а в чем причина? Я же честный. И при этом, знаешь, что самое паскудное? Да. Знаешь, что самое паскудное? Что в это время ты чувствуешь, как ноги твои проваливаются в эту грязь и в жижу. И ты постоянно стоишь в каком-то дерьме, и кто-то тебе постоянно что-то указывает. А ты считаешь, что ты живешь правильно и честно. Ничего не изменилось. Повзрослели, блин. Повзрослели, это как у нас, да, на работе. Формальности мы совестью прячем. Детям для галочки поможем с опаской. Главное, возрастом, чтобы не старше. Жителям города точно не сказки.